Хей-хей-хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Чинаски, и сегодня мы продолжаем играть в замечательную игру под названием Ninja Tycoon. Друзья, будем сейчас строить нашу ферму дальше, нашу ниндзя-ферму даже, я бы сказал. И я очень рад, что вы поставили 200 лайков на предыдущей серии. Ребят, давайте договоримся, просто договорчик у нас такой, 200 лайков на этой серии, следующая серия выходит. Все по-честному, все как обычно, я вас верю. А прямо сейчас у вас на экране топ-комментарий из предыдущего видео, если вы хотите попасть в следующую подборочку, не забываем писать свои комментарии. В общем-то, все опять же тут стандартно. Ну что, я даже забыл, если честно, на чем мы остановились в прошлый раз. Кстати, у нас Ямаха неактивный, давайте его сразу отправим, наверное, на миссию. На слежку, я думаю, что Ямаха спокойно с ней справится, 100% успеха, само собой, безусловно. Так, дом работника, дом ниндзя. Можно, в принципе, давайте построим еще один дом ниндзя, потому что, чтобы у нас было 4 ниндзя, это будет даже еще более выгодно. Я думаю, что это нам очень даже подойдет. Вот чего у нас еще нет, так этого железного рудника. Я думаю, что, может быть, давайте попробуем его поставить где-нибудь вот здесь, мы будем его строить. И даже, может быть, сразу, если хватит, 2 поставлю. Мне кажется, это хорошая идея. И на самом деле, сразу же я, наверное, хочу поставить еще и дом работников. Так, а у меня древесины нет. Блин, вот древесина, конечно, очень нам нужна. Вы сами видите, у нас там, конечно, раб... Ой, блин, смотрите, какие они тут все разные-то наши работники. Азиат, негр, бородач, это я не знаю кто, поляк какой-нибудь. В общем-то, у нас на любой вкус, можно сказать, есть работники, и это здорово. Так, тут у нас миссия выполнена. Успех, конечно же, все отлично. И можно послать наших друзей сразу же дальше работать. Акама и Геймер Ти вместе идут. Геймер Ти, напоминаю, ребят, те, кто у меня находится в друзьях в Стиме, и у них, конечно, есть шанс попасть в эту игру. Ребята, также не забываем подписываться на группу ВКонтакте, ссылка на нее в описании, там очень много всякой интересной информации попадает, поэтому тоже должны вы это иметь в виду. Так, давайте наймем ниндзю. Кстати, Геймер Ти тут еще один есть, но у нас уже один есть, мы его, конечно, не будем нанимать. Давайте наймем Учикоши. Учикоши или Ючикоши. Ну, в общем-то, какое-то китайское имя, как обычно, я не очень-то в нем понимаю, можно сказать. Ну что, я бы, наверное, опять же, железный родник еще... Нет, рудник. Уже у нас один есть, нам, в принципе, сейчас не нужно. Древесина, так, смотрите, у нас здесь выполнено задание. Отличненько, успех, конечно же. И давайте посмотрим, разведать базу главы клана. Нифига себе. Ну, для этого, я думаю, нам понадобятся все наши силы. Поэтому давайте мы, наверное, сюда отправим вот этих двоих. Кстати, у нас с вами здесь достижение какое-то. Aim for the head. Получили достижение. Не знаю, за что оно... А, это как раз за то, что мы с вами проапгрейдили вышки. Отлично, библиотека справляется со своими задачами, поэтому все просто прекрасно. Так, можно, кстати, больницу. Давайте больницу себе сделаем. Ускоряет восстановление раненых ниндзя. У нас вроде пока раненых нет, но всякое может быть, поэтому давайте мы на всякий случай ее построим. Так, здесь у нас с вами рудничок. Потихонечку все делается, да? А, что я хотел сделать, так это дом работников построить. Конечно же, конечно же. И если честно, возможно, даже я бы, наверное, поставил еще древесину. Сейчас давайте ускорим добычу. На самом деле, да, наверное, я сделаю еще одно древесное хозяйство, потому что, ребят, древесины жестко не хватает, прям реально жестко, поэтому у меня больше работников нет, но сейчас появится. Сейчас появится. Отлично, нанимаем сразу же работников, просто по максимуму, не будем даже... О, отличненько, вроде успех еще один. Е-бой! Это мне нравится, это хорошо. Так, и сейчас, когда эти закончат тоже свою работу, мы с вами выполним задание разведать миссию базы, разведать базу главы клана. Я не знаю, что это за клан, не знаю, кто это вообще такие, но меня это впечатляет, ребят, хотелось бы посмотреть, конечно же. Так, может быть, еще один дом работника? Но у меня не хватает пока древесины, вот в чем проблема. Так, сразу сюда одного. Блин, а можно мне отправить сюда-то одного? Чего мне не хватает-то народу? У меня же вроде хватало. Откуда? А зачем они здесь тусуются? Ну-ка все давайте рассредоточьтесь по добыче. Так, отлично, наши ниндзя справились, наши ниндзя готовы. И давайте отправим их разведать базу главы клана. Я, в общем-то, за то, чтобы попробовать. Ямаха, Акума, Геймер Ти и Учикоши. Все идут вместе, и 78% успеха, ребят. Это, в принципе, достаточно неплохо. 78% это очень даже сойдет. Кстати говоря, этих можно тоже отпустить, они мне не нужны здесь. У нас тренировки-то пока что нет. Так, что-нибудь еще мне нужно построить или на данный момент не нужно? Можно построить больницу, в принципе. Потому что я видел, что у меня там ранение у одного ниндзя. В принципе, на всякий случай можно построить. О, кстати говоря, вдохновить предоставляет несколько бонусов всей деревне. Либо же разблокируют крафтинговое оборудование. Ребят, я, наверное, сделаю все-таки крафтинговое оборудование. Потому что, видите, у меня здесь... Кстати говоря, зачем мне здесь люди, пока у меня не... Блин,
Вот тоже глупо. Надо было сразу их всех отпустить, потому что, видите, они сейчас свободны, они ничего не делают. Просто там тусуются в этой кузнице, ничего не делают. Так, давайте супер быстро поставим режим, потому что пока что нам делать особо нечего, просто добываем ресурсы. Просто добываем ресурсы, наши ниндзя-рабо... О, на вас совершен набег. Нифига, ребят, а у меня-то ниндзя все на... задание. Я не знаю, успеют они вернуться ли... По идее, успеют, смотрите, здесь вроде бы шкала быстрее заполняется, чем это. Так, ладно, давайте вернем в обычный режим. Что-нибудь еще хочу я сделать или нет? Больница вдохновения, кстати, надо будет скоро сделать. Что? А, он... Давайте. Странно, почему я не нажал? А, я кузницу проапгрейдил, все правильно. Я кузницу проапгрейдил, у нас пока исследование вдохновления идет. Так, осталось совсем чуть-чуть, ребят, миссия почти выполнена, давайте посмотрим. Ну что, нас ждет? А... О, нет, провалено, ребят, жесть. Просто жесть, провалили задание. Эх, ниндзя, вы меня подводите, как же так? Стоп, а почему у меня не строится больница, эй? Неужели у меня не хватает народу? Ребят, давайте-ка тогда каждый, там, не знаю, уйдет со своей работы и сделает то, что нам нужно. Давайте строить уже больницу-то. Эй, а почему у меня не хватает народу на больницу? Давайте строить ее быстро. Набег начался. Ну что, ниндзя, я вижу, что у меня есть ниндзя. Я не знаю, просто справятся они вдвоем или нет, ребят, смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой, много народу, Еще и гоблины какие-то пошли. Эй, что творят-то, что творят? Жесть, блин, что делать? Здесь атака идет, да, здесь идет атака. Давайте, ниндзя, пожалуйста, расправьтесь. Блин, кажется, они убили кого-то там. Все у меня, нет, набег все еще идет. А где, где последний-то остался? Так, древесина, древесина. Все, вроде бы все починили. Ну, это был довольно непростой набег, если честно. Я просто не могу понять, почему у меня больница не может починиться никак. Давайте освободим всех, там, не знаю, с этого. Мне нужно, чтобы они сделали больницу в срочном порядке. Почему они там куда-то тусуются, где-то ходят и нифига не делают? Эй, ребятки, давайте уже. Больница-то вот она. Почему она не строится? Что такое? Ай, ладно. Древесина 150. Ну, давайте попробуем еще раз здесь поставить. Я не знаю. Не знаю, на что это влияет, понимаете? Ребят, вообще не понимаю, что происходит. Давайте освободим еще народ. Может быть, сюда надо их направить, для того, чтобы они могли чинить здание. Да, похоже, что... Это, похоже, строители, ребят. Все, я, кажется, понял. Это, похоже, здание для строителей. То есть, те, которые там находятся, они ходят строить здание, строить помещение. Ну, вроде бы теперь понятно. Хотя бы примерно, приблизительно. Жаль, что я не могу... А можно как-нибудь снести постройку? Вот это было бы просто... Да, вот, офигенно. Нельзя уничтожить. Я только обрадовался, ребята, и сразу же обломчик небольшой. Ладно, сейчас мы в больницу поселим, конечно же, наших раненых ниндзя и отправим их еще раз на сражение, потому что, конечно, миссию это надо выполнить сегодня обязательно, без каких-либо вариантов. 100% обязательно надо выполнить. Так, и пока у нас есть такая возможность, я так думаю, что, наверное, давайте мы еще что-нибудь улучшим здесь. Так, кстати говоря, это может нам пригодиться. Давайте попробуем сделать. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А, все, у меня уже больше не хватает пока что. Поставим еще одного. Даже можно троих поставить. Ребята, которые будут мне сейчас кузницу делать. Все, отлично. И все, давайте... А, у меня все они вылечились, блин, пока... Ой, ну и долго, конечно, не строили. Ладно, раз, два, три, четыре. 78%, ребят. Опять же, 78% на удачу. Я надеюсь, что все получится. Потому что, ну, как-то не хочется проигрывать, опять же. Так, и что мы будем делать, пока наши ниндзя в бою? Я пока... А, давайте, знаете, как сделаем пока что? Так, снесем это, потому что все равно сейчас будет еще одна больница, а нам две не нужно, по большому счету, вы сами это понимаете, я думаю. Так, блин, тут прям лужа крови какая-то, это жестко как-то. Но у меня вроде бы всех фермеров хватает, никого не ранили, но само по себе это, конечно, странно немного. Ладно, давайте ускорим сейчас тоже все это происходящее. Я смотрю, миссия здесь продвигается. Здесь, кстати говоря, тоже улучшаются... А, можно посмотреть? Нет, нельзя. Я бы посмотрел, на самом деле, как у меня все с этим обстоит дела. Один, то есть, смотрите, здесь два, этого два, этого... Так, так вот делаем. Все, сейчас двух ниндзя я могу одеть полностью во второе снаряжение. Снаряжение второго уровня. Интересно будет посмотреть, конечно, что... Блин, опять набег, смотрите. Быстрее, ниндзя, возвращайтесь, вы мне нужны на базе, срочным образом нужны на базе. Так, осталось чуть-чуть, давайте, и нужна победа, нужна обязательно победа. Ну что, пожалуйста, успех. Да, ребята, молодцы, разведать базу главы клана выполнено. И мы с вами получили дофигища всяких бонусов, что, конечно, очень здорово. Пока что на миссии не буду отправлять, естественно, что наши ниндзя сейчас должны будут... Кстати, может быть, вышку еще одну построить? Может, успею? Ребят, давайте попробуем, вот сюда кого-нибудь поставлю.
Давайте попробуем. Так, и ускоряем, конечно, события. Что у нас? Не, походу, что не успею все-таки построить. Видимо, все-таки. Ну давайте, 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 давайте! Блин, чуть-чуть не хватило, совсем чуть-чуть, ну офигеть, это вообще нечестно было. Ладно, смотрим, тут сразу трое работают, поэтому, конечно, здесь все намного проще, по большому счету. Слушайте, вообще, на изи прошли, можно сказать, вообще без каких-либо проблем. Так, ну ладно, давайте тогда засаду устроим, я думаю, что на засаду можно отправить самого слабого. Ну и геймер Ти, чтобы он помогал. И какую-нибудь еще, на сопровождение, вот, на сопровождение отправим Ямаху одного. И на слежку отправим одного Акуму. Вот, у нас вот такой будет набор. Три миссии сразу выполняем. За это получим, конечно, награду достойную, я надеюсь. Ну и все у нас будет четенько. Я надеюсь, что так и будет. Так, создать снаряжение ранга 2. Ну, у нас оно создается прям нон-стоп, если честно. Так, 2-2. Ну, давайте сделаем. Это чисто для того, чтобы выполнить это задание. А так-то мы уже можем третьего ранга создавать, в общем-то. Так, и смотрите, увеличивать скорость кузнечного ремесла. Надо ли мне это сейчас? Давайте сделаем. Давайте сделаем, почему бы и нет, пускай будет. Пускай у нас кузнецы работают еще быстрее, чем. О, нанять 7 ниндзя. Нифига себе заданица. Ну ладно. Раз, два, три, четыре. Вот так у нас будет 8 ниндзя. Я думаю, что этого даже лучше будет. Так, еще одного поставим. А, у меня не хватает уже, смотрите, ребят. Не хватает у меня. Этих работников для того, чтобы строили все. Ну ладно, тогда просто ускоряем время и посмотрим, что нас ждет дальше. Так, здесь еще у нас один ниндзя есть. Пускай будет Мацуда. Мацуда подойдет. Вполне себе. Еще раз ускоряем. Так, что у нас здесь? Что у нас здесь? Так, успех есть, готово. 158 золотых, это хорошо. Что еще мне нужно? Можно, кстати, Мацуду пока что куда-нибудь отправить. Нифига там задания пошли 4 уровня. Да уж, ну тогда Мацуду надо отправлять вместе с Акумой, без вариантов, для того, чтобы Мацуда мог прокачаться. Так, здесь мы наймем... Давайте здесь наймем, наверное, Шимабакуру. Я не знаю, кто это такой, но мне кажется, что подойдет. Так, что у нас тут? Давайте посмотрим тоже по выполненным миссиям. Успех, конечно же. 340 монет, отлично. И здесь у нас с вами тоже успех. Ребята, мои ниндзя меня радуют вообще без проблем, потому что очень даже хорошо они сражаются. Кстати, смотрите, 5 уровня есть задание. Давайте отправим вот так вот двоих на 91% выполним. Я надеюсь, что все будет хорошо. И здесь... Ой, нет, здесь 50%, ребята. Это уже слишком мало. Это слишком мало. Вот так, 61 еще более-менее. 61 сойдет. Так, ну, хорошо. 7 ниндзя мы сейчас наймем. Давайте еще одного. Это у нас будет Игараши. Игараши сойдет. Выполнить миссию, запланировать убийство главы клана. Ребят, у нас тут все мощнее и мощнее становится, я так понимаю. Все мощнее и мощнее наши задачи. Так, что еще я хотел бы сейчас сделать? Я бы, наверное, сейчас хотел вот что сделать. Ага, алмазы нужны какие-то. Нифига себе, а что за алмазы? Ребят, алмазов я еще не видел в этой игре. Так, давайте мы ускорим, наверное. Смотрите, исследование уже еле-еле двигается. Еле-еле, вообще с огромной медленной... Точнее, наоборот, с медленной скоростью, в общем. Так, и на атаке вот этого мы наймем. Я думаю, что вполне хватит нам этой деревни. Давайте здесь тогда дом работника построим. Две... Ну ладно, вот так. Здесь будет проход. Блин, хотелось сделать ровно, но не получилось. Ладно, ничего страшного. Так, ускоряем опять же время. Супер быстрый режим. Так, здесь у нас выполнено. Я теперь уже не буду их отсылать на новую миссию, потому что сейчас посмотрим. Так, смотрите, ранен. Акума ранен. Так, срочно в больничку. Отлично. И, кстати говоря, мне бы здесь не помешал еще один сотрудник. Сотрудник, работник, конечно же, фермер, который будет лечить моего воина, ниндзю. Так, три сюда ставим. Отлично. И одного сюда. Вот так. Все, но это меня полностью устраивает. Это, конечно, хороший расклад. Меня он, опять же, радует. Так, здесь мы все разобрались. Смотрите, у нас прям реально много ниндзя. Это очень даже здорово. И еще немножечко ускоряем. Отлично. Здесь у нас тоже все вроде должно быть готово. Успех. Хорошо. Никто у меня больше не ранен. Сейчас Акуму быстро долечит. Смотрите. Смотрите, реально там кто-то его лечит, что-то не ходит, там какие-то пилюли, наверное, ищут, еще что-то. Так, и здесь у нас с вами тоже выполнено. Так, хорошо, хорошо, все. Так, тренировочное поле, особое тренировочное поле. Вот это я, наверное, куплю. И смотрите, набег начинается. И, кстати, он довольно быстро начинается. Эта линия раньше намного медленнее происходила. Все, сразу все пошли, смотрите. Сразу все пошли. Кстати, надо было построить еще, наверное, вышечки. О, о, полетели, полетели. Слушайте, ну, у нас очень много ниндзя. Я думаю, что мы без каких-либо проблем опять же здесь разберемся. Все у нас будет с вами здесь здорово. Но вообще их достаточно много, надо заметить. Реально много. Кстати, почему-то я тут долго шел на эту вышку. И они начинают дамажить мои здания. Нифига себе. Давайте починим, конечно. Вообще-то странно, что они даже продамажили. Так, и мне здесь надо бы, наверное, скрафтить еще побольше всего. Вот так мы прям сделаем. Два комплектика, я думаю, что этого хватит. Так, Ямаха, смотрите, у него второго уровня как раз вроде бы комплекты. У Акумы тоже. Слушайте, у меня хорошие. Стоп, а куда все делись? Куда все делись?
Ребят, не понял. А где все? Где все? Почему они... Что случилось? Что вообще произошло? Я не понял. Давайте опять супер быстро включим, но... Что-то с игрой стало или что? Настройки, продолжить... А, все, вроде бы все ожили. Я так понимаю, что это из-за того, что два набега подряд, наверное, поэтому так получилось. Так, хорошо, давайте сейчас это быстро зачистим. Я надеюсь, что тут особых проблем вообще нас не должно ждать. Все? Доступные миссии запланированы. Ну, давайте мы, наверное, на миссию сейчас отправим, потому что как-то это непонятно пока что все происходит. Так, 80%. Отлично, но я думаю, что меня это вполне устроит. На 80% мы их отправляем. Только, блин, а что произошло-то с игрой, алло? Почему все так странно? Смотрите, тут не двигается даже прогресс. Эй! Игра заела или... Сейчас, погодите одну секунду, ребят, я перезайду. Да, игра, видимо, подвисла, ребят. Там вообще какая-то дичь творилась, вообще непонятно. То есть, еще один набег был, где почти всю мою деревню уничтожили. Но я вроде загрузился, вроде все хорошо. Смотрите, уже запланирование убийства главы клана идет. Вроде бы все нормально. Кстати, здесь можно освободить моих подопечных. Они пока здесь ничего не делают все равно. Так, алмазики, ребят. А вот как добывать алмазики, я пока что не понимаю. Вот это мне... О, кстати, вдохновить. Вот это я давно надо было построить, и почему-то не построил до сих пор. Хорошо, давайте построим. О, и вот эти тоже можно освободить, они сейчас не нужны. Ну, давайте назначим сюда, потому что все равно делать им пока что особо нечего. И наймем еще фермеров. Кстати говоря, у нас фермеров с вами реально дофига, ребят. У нас это вообще просто очень хорошо работает. Можно даже, наверное, еще одну кузницу создать, чтобы они побыстрее делали это все. Так, вдохновление, смотрите. Атака, скрытность, поддержка или гибкость. И что я хочу? Что я хочу? Давайте, наверное, пониженные цены, повышенные шансы, быстрый сбор урожая. Давайте, ниндзя не выбраны. Ага, 10%, 6%, 0%. Давайте. А, то есть этот ниндзя вдохновляет моих работников. Я понял, ребят, я понял. Ну, кстати, это прикольно достаточно. Пускай будет один ниндзя вот именно на вдохновление работать. Что-нибудь еще нужно ли мне сейчас? Вообще-то нужно построить еще башню, ребят. И даже, возможно, не одну, а несколько. Потому что что-то мне реально башен не хватает. Так, вдохновляет он уже, да? Да, смотрите, он там что-то рассказывает такое, впаривает нашим работникам, и они вроде ведутся, нормально у нас все повышается, вроде бы добыча даже, смотрите, как быстро они начинают работать. Так, ладно, ускоряемся, супербыстрый режим, это очень хорошо. Кстати, смотрите, 20, вот с чего мы будем получать эти бриллиантики-то, наконец-то, это то, что мне нравится, это здорово. Сможем, наконец-то, крафтить новое оружие, по 5, правда, стоит каждое, то есть, вот с этого мы получим на один комплект как раз. Давайте мы пока сделаем это еще, вот так, два комплектика, как раз на 7 ниндзя мне хватит. А там уже золотые будем строить потихонечку. Так, здесь мы можем что сделать? Особое тренировочное поле. Давайте, давайте сделаем. Вот это тренировочное поле, кстати, я бы, наверное, сломал. Оно мне вообще сейчас не нужно. Я его не использую, поэтому давайте мы его уберем. Так, хорошо. Кстати говоря, можно было и не убирать, можно было отправить вот этих двух ниндзя тренироваться. А, их можно отправить не тренировать. А, нет, 5-5-7, это я не смогу выполнить вообще никак, слишком сложно. Слишком сложно, ребят. Так, ну хорошо, давайте супер быстро, уже вроде бы закончили почти эту миссию. Сейчас посмотрим, что у нас будет ждать здесь. Очень даже любопытно. Посмотрим сейчас. Так, поехали! Успех, пожалуйста, успех, 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 Есть! Успех, ребята! Ну что? Запланируется убийство главы клана 3625. Вот то, что мне нравится. Это здорово, ребят. Это очень хорошо. И, конечно же, я очень сильно доволен. Давайте на этом мы сегодня будем заканчивать, дорогие друзья. Уже совсем скоро в следующей серии мы посмотрим, что такое за золотое оружие. Какие нас ждут миссии дальше. Кстати говоря... Тоже интересно посмотреть, какие. Поэтому жду вас уже совсем скоро в новом видео. Обязательно оставляйте лайки. 200 лайков — это следующая серия. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Ставьте колокольчик, чтобы вас YouTube оповестил. С вами же был Чинаски. Я всех люблю. Увидимся уже совсем скоро, дорогие друзья. До скорой встречи и пока-пока.